Акционерное общество «Корпорация морского приборостроения» создано в соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 апреля 2020 года номер 235 в целях совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала. В состав КМП вошли крупнейшие производители интегрированных боевых информационных и управляющих систем, радиолокационного и гидроакустического оборудования, систем навигации и связи, АО «Концерн НПО «Аврора», АО «Концерн Моринформсистема «Агат», АО «Концерн Океан Прибор» и АО «Концерн ЦНИИ Электроприбор». Создана мощная интегрированная структура, в состав которой вошли более 30 предприятий с общей численностью сотрудников более 20 тысяч человек. АО «КМП» отведена ведущая роль в создании и производстве не только важнейших средств и комплексов радиоэлектронного вооружения для кораблей ВМФ России, но и радиоэлектронного оборудования для гражданских потребителей морской техники на внутреннем и внешнем рынках. Одной из ключевых задач, поставленных перед КМП, стала диверсификация производства. В рамках реализации требований президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о расширении программы диверсификации предприятий ОПК, корпорации морского приборостроения представлен широкий спектр продукции, предназначенной для гражданского сектора экономики. Предприятиями, входящими в группу компаний КМП, разрабатываются и производятся системы автоматизированного управления и интегрированные мостиковые системы для судов всех классов, включая атомные ледоколы, гражданские суда, суда разведки и добычи полезных ископаемых. Ведется работа по созданию необитаемых глубоководных аппаратов для научных и экологических исследований.
Разрабатываются и внедряются системы обеспечения безопасности судоходства, диспетчерского регулирования и мониторинга внутреннего водного транспорта, перспективные системы судового электродвижения, светосигнальные навигационные комплексы и средства спасения. Продукция КМП – один из признанных мировых лидеров рынка в области высокоточной инерциальной навигации, гироскопии, гравиметрии и оптико-электронных систем, гидроакустики, высокоточной геодезии, приборной техники для автономных необитаемых подводных аппаратов. Предлагаются инновационные решения задач палубной авиации, такие как системы предполетной подготовки и обеспечения безопасной посадки летательных аппаратов на палубу судна. Ведутся разработки в области морской геологии, поиска и добычи углеводородов. Создаются комплексы для решения задач геологоразведки и морской сейсморазведки месторождений полезных ископаемых на морском шельфе. Продукция группы предприятий КМП применяется при производстве образцов сложной морской научно-исследовательской техники, нефтегазовой, химической, медицинской и космической отраслях промышленности. Главная задача АО КМП – использовать синергетический эффект от совокупности имеющихся в объединяемых в акционерное общество предприятий компетенций для повышения эффективности производства и конкурентоспособности создаваемой продукции. Мы научились управлять энергией атома и начали непрерывное движение в будущее. Вперед к безопасному, открытому и чистому миру. В мир, где нам не страшны расстояния. Где здоровье и долголетие – дело техники. Мы сделали энергию доступной и безопасной. И уже сейчас создаем будущее. Открываем путь новым идеям, мечтам и профессиям. Росатом.
Акционерное общество «Корпорация морского приборостроения». Президента Российской Федерации от 1 апреля 2020 года номер 235 в целях совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала. В состав КМП вошли крупнейшие... Сергей Николаевич. Еще раз здравствуйте, уважаемые участники и зрители сегодняшней конференции на нашей площадке, посвященной Большому Северному морскому пути. Развитие Северного пути как ключевой, конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной артерии обозначено у нас в ключевых стратегических документах Российской Федерации. Это основа госполитики в Арктике и стратегия развития арктической зоны. В 2022 году, уважаемые коллеги, был принят план развития СМП. Вы о нем очень хорошо знаете. Это очень комплексный документ, включающий в себя более 150 мероприятий, касаемые строительства новых ледоколов и флота ледового класса, и аварийно-спасательных центров, формирование качественного и безопасного функционирования Северного морского пути. Тем не менее, реализация этого плана за последние 2-3 года показала о необходимости интеграции инфраструктуры Северного морского пути в иные транспортные артерии Российской Федерации и в целом мировые транспортные пути. Как вы знаете, программа развития Большого Северного морского пути у нас непосредственно как более длинного транспортного коридора включена в национальный проект «Эффективная транспортная система». Этот маршрут уже более 8000 морских миль, включает в себя такие порты, как Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск, Владивосток, которые ранее в традиционный Северный морской путь не входили. В конечном итоге это должно способствовать развитию экономики, расширению торговли и, конечно же, интеграции российских товаров в мировую экономику. Удастся ли нам достичь целей по развитию большого и традиционного СМП? Как СМП вписывается в мировые транспортные маршруты? Какие экономические эффекты, экологические риски при реализации этого мегапроекта? А также какие новые вызовы по освоению Северного пути перед нами стоят, мы постараемся с сегодняшней нашей конференции обсудить. Меня зовут Максим Данькин, я генеральный директор экспертного центра проектного офиса развития Арктики и благодарен организаторам за возможность вместе с вами сегодня это обсудить. Я искренне хочу поблагодарить и участников нашей дискуссии, и хочу их представить. Талабаева Людмила Заумовна, сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Коллеги, прошу поддержать. Сулима Тимофей Геннадьевич, заместитель директора Департамента образовательной и научной технической деятельности, начальник отдела развития и обеспечения безопасности Арктического региона МЧС России. Чемко Сергей Николаевич, руководитель проектов дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом». Зворыкина Юлия Викторовна, член общественного совета при Минвосток развития России, доктор экономических наук, профессор МГИМО. Шабалин Николай Вячеславович, генеральный директор Центра морских исследований МГУ имени Ломоносова. Бельгесова Анастасия Николаевна, заместитель начальника Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. И Самонова Наталья Александровна, руководитель направления финансового моделирования Восточного центра государственного планирования «Восток Госплан». Коллеги, начнем нашу дискуссию. Я
считаю, что говорить об СМП, о Северном морском пути как проекте, важно, понимая количественные показатели этого проекта, для того, чтобы мы сразу понимали, для чего этот проект реализуется, какие задачи он решает. И здесь важно не только акцентировать внимание на показателях уже достигнутых результатов, но крайне важно еще и говорить о прогнозировании тех целей, показателей, к которым мы стремимся. И я бы хотел предоставить слово Наталье Самоновой, чтобы она помогла и погрузила нас в те, скажем так, планируемые значения, к которым мы стремимся в части эффектов развития этого мегапроекта. Восток Госплан, Восточный центр государственного планирования, это Институт развития, Минвосток развития России. Он регулярно проводит работу по мониторингу СМП. И здесь, конечно, важно услышать ваше мнение. Наталья, прошу. Да, действительно, наш институт занимается мониторингом всех проектов СМП. Мы проводим оценку эффектов, в том числе оценку эффектов от бюджетных инвестиций, осуществляемых сейчас и планируемых согласно плану развития СМП, как упомянул Максим. Соответственно, что в первую очередь нужно сказать, что все сценарии развития Северного морского пути, они показывают высокие показатели эффективности, абсолютно все сценарии показывают окупаемость. Соответственно, и достаточно высокие эффекты как на региональный валовый продукт, так и, собственно, на увеличение бюджетных налоговых поступлений. Чтобы было понятно на цифрах, да, мы ожидаем в различных сценариях от 12 до 21 триллиона налоговых поступлений от реализации всех проектов на Северном морском пути. И эффект на региональный валовый продукт может составить от 30 до 58. 8 триллионов рублей. Это оценка в перспективе до 35 года. Естественно, мы понимаем, что проекты будут работать и далее, да, но для оценки текущих инвестиций, которые осуществляют как коммерческие организации, так и, соответственно, выделенные из государственного бюджета, мы сейчас оцениваем перспективу до 35 года, и это уже говорит о том, что этот все проекты на СМП мега перспективны. Спасибо. Мне кажется, это важно услышать изначально, когда мы говорим про проект, связанный с Северным морским путем, что это все-таки экономически потенциально эффективный проект. И мы реализуем не только государственную задачу в части обеспечения там, национальных задач, национальной безопасности, но и в части именно развития нашей экономики. Спасибо. Людмила Залмановна, вопрос к вам. Хотелось бы предоставить слово вам не только потому, что вы представитель законодательной ветви власти, но еще и представитель региона, в данном случае Приморского края. Я, знаете, читал в свое время книгу Николая Матвеева про то, как развивался город Владивосток с момента его основания. Он молодой город. И там очень интересная информация была по экспортируемым товарам, импортируемым, экспортируемым. Баланс. И в течение первых там, 50 лет ключевой экспортируемый товар был это продукция моря. В данном случае был трепанг в основном, да, ну и непосредственно морское хозяйство. Вот мой вопрос связан с чем? Мы, когда говорим про СМП, часто озвучиваем, что это все-таки вывоз минерально-сырьевых ресурсов из Северного морского пути. А редко говорим, когда это северный завоз обеспечивает. Это задачи, связанные с важностью для нашего государства, для обеспечения жизни там, населению. Но редко говорим про возможность транзита. Вот, с учетом того, что всегда Приморский край и дальневосточные регионы, были, их экономика завязана на морской деятельности, есть ли потенциал у Северного морского пути конкретно в направлении, допустим, завоза продукции моря в европейскую часть нашей страны? Да, Максим, добрый день. Уважаемые коллеги, я хочу от имени нашего комитета и от Совета Федерации передать большой привет и огромное спасибо, что вы сегодня пришли нас послушать. Я хочу сказать, что я представляю в Совете Федерации, я уже 8 лет в Совете Федерации, представляю Приморский край.
Северный морской завод. Я вообще портовик по своей натуре. Я занималась всегда рыбными портами и руководила предприятием, которое перерабатывало самое большое количество в Российской Федерации. И когда я приходила к Зубову, когда был он премьером, тогда министр у нас был крайний, он все время говорил, а кто эта девушка, которая приходила? А он говорил, это она вот руководит самым большим предприятием Российской Федерации. Мы даже больше перерабатывали Приморье, чем перерабатывал Санкт-Петербург. Санкт-Петербург работал же с Финляндией, Исландией, Норвегией, они работали пакетированный груз. Мы все таскали на пупе. Вот. Я хочу сказать, что даже в то время, это было давным-давно, когда я была совсем молодая, мы занимались Северным морским путем. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать о том, что 70%, более 70% всей рыбы добывается на Дальнем Востоке. Камчатка, Сахалин, Приморский край, Хабаровский край, там есть Охотское море на севере, немножко Еврейка, немножко Амурский край, но в основном, если лососевую брать, это Камчатка, если брать Сахалин, это квотируемые рыбы, и в том числе лососевые. Но и Приморский край всегда считался логистическим центром. Мы всегда концентрировали, потому что на Камчатке железной дороги нет, вы прекрасно об этом знаете, на Сахалине ее нет. Все перевозили морским транспортом на Владивосток, мы хранили на холодильниках и потом отправляли в центральную часть. И, конечно, у нас всегда была большая проблема по отправке вагонами, потому что вагонов не хватало, контейнерами. Это сейчас контейнера появились. Раньше были тормоза, вагоны. И, конечно, Северный морской путь был для нас очень важный. Почему? Потому что он экономил время и экономил деньги. Сейчас, конечно, на железную дорогу приходится примерно 90, более 90% всей рыбопродукции, которая отправляется в центральную часть. Но Северным морским путем мы вышли на очень небольшое количество. Нам Владимир Владимирович Путин давным-давно сказал, что в центральную часть России рыба должна поступать по нормальной цене хорошего качества. И лучше, если вы ее будете вывозить Северным морским путем. Но в то время нашим рыбакам и, наверное, государству нашему было не до этого. Мы не строили ледоколы, хотя ледоколы у нас были, и атомный флот наш всегда был самый лучший во всем мире. Но до сих пор мы не можем достичь того, что мы планировали Северным морским путем. Я хочу сказать, что нам нужно сделать очень и очень много с вами. В первую очередь, если есть какие-то законодательные вещи, вы должны об этом нам сказать. Мы можем быть законодательными инициаторами, мы можем сказать об этом правительству, мы можем совместно с Государственной Думой, потому что мы российский парламент, это обговорить, это все сделать. Это первое. Второе, мы должны понимать, что даже при том, что у нас большой тариф на железнодорожный, на перевозку северным морским путем, этот путь сокращает нам время, сокращает нам и улучшает нам качество. Мы считаем, что наши люди, несмотря где они находятся, центральная часть или находятся они на Дальнем Востоке, они должны получать качественную рыбу, качественную, хорошего ассортимента и должны получать ее по нормальной цене. Это основная наша задача. Об этом говорил Владимир Владимирович Путин. Поэтому нам с вами решить нужно очень-очень много. Но я считаю, что Северный морской путь, он охватывает в том числе и Северный завоз. Это тоже очень важно. Вообще у нас есть такие ледоколы, которые ходят в самые отдаленные точки, ведут за собой продукты питания тем, тому населению, которое только зимой вообще, кроме как на собаках, на оленях не может ничего себе привезти. И для нас это очень и очень важно, чтобы территорию, которую освоили и открыли наши родственники, наши прадеды, может, прапрадеды, чтобы она сохранилась за Российской Федерацией. У нас сегодня с вами 89 регионов. Мы должны о каждом регионе думать. Мы должны думать о том, чтобы в каждом регионе, будь то, где бы она ни находилась, мы должны кормить людей качественной рыбой. В этом, конечно, задействован должен быть и Северный завоз. Но я считаю, нам еще очень много нужно сделать. Нам всем надо в этом
на этом поприще постараться. Если что-то не хватает в законах, мы готовы подстроиться, готовы вас послушать, выслушать, готовы переговорить с правительством. Вы, самое главное, инициатива должна идти с мест, она должна идти с регионов, от тех людей, которые осуществляют Северный завоз. Это очень и очень важно. Здесь вы поймите, что здесь в Москве ничего сам не придумаешь. И что бы мы с вами не придумали, может быть что-то, какие-то наши придумки будут и неинтересны тем людям, которые живут и занимаются Северным завозом, Северным морским путем. Нам нужно уметь их слышать и уметь их слушать. Спасибо. Спасибо, Людмила Заумовна. Главное, что я услышал, это то, что и ранее использовался СМП для вывоза рыбопродукции, да, и это, скажем так, и потенциал у этого есть. На самом деле, спасибо, это важный акцент, потому что далее я хотел бы слово предоставить Сергею Чемко. Росатом – это наша ключевая организация, это инфраструктурный оператор Северного морского пути. Для СМП это своего рода как РЖД для Транссиба и БАМа. Вы непосредственно практики, вы видите, как происходит, скажем так, движение по этому логистическому маршруту. И здесь, конечно же, хотелось вас услышать, скажем так, именно как практика. Насколько прост или, наоборот, может быть, непрост путь по этому маршруту и с какими сложностями вообще ключевыми вы боретесь? Добрый день, коллеги. Спасибо за возможность выступить. И да, Максим, очень хорошее сравнение. Транссиб как часть структуры РЖД. И вот мы считаем, что Северный морской путь, он является частью Большого Северного морского пути, как международного и национального транспортного коридора. И тут можно говорить, что он и международный, и что он национальный. И этот транспортный коридор, ну, в части, например, от Мурманска до Владивостока, что необходимо четко отличать, проходит через территориальные воды Российской Федерации. Он не проходит через воды недружественных стран. В этом отношении Северный морской путь и Большой Северный морской путь, его включающие, являются системой транспортной безопасности. Потому что, по сути дела, связь между Северо-Западом и Дальним Востоком у нас, вот опять же, поддерживается исключительно тоненькой ниточкой Транссиба. И чем Большой Северный морской путь важен, и этот транспортный коридор я бы хотел отметить? В первую очередь, у него неограниченная пропускная способность. Это логичный вывод, да, потому что это не канал, это не река, это не узкий фарватер, это не Панамские, не Суэцкие каналы, ограниченные навигационными условиями. Мы можем перевозить морским транспортом все, что угодно. Эффективность перевозок Большого Северного морского пути, вот уже доказано, я расскажу об этом позже, и, наверное, самый важный момент, который здесь хочется отметить, это перевозка крупных негабаритных грузов, которые, в принципе, по железной дороге не перевезти. Мы получаем транспортный коридор, способный перемещать любые грузы. Вопрос только в том, на что мы их поставим и какие суда будем использовать. Вопрос инфраструктуры для Большого Северного морского пути, по сути дела, это вопрос важный, и, наверное, он состоит вот из следующих параметров. В первую очередь, это портовая система, система терминалов. Система безопасности мореплавания – это спутники, которые позволяют нам получать долгосрочные и точные метеопрогнозы и прогнозы ледовой обстановки. А это значит, что мы сможем для своих судов в ледовых условиях поддерживать эффективную коммерческую скорость. И таким образом наш транспортный коридор БСМП, я буду сокращать, да, Большой Северный морской путь, является конкурентным. Расстояние. Северный морской путь – это 3000 миль. Расстояние от Мурманска до Владивостока – это примерно 5800 миль, 5600 миль, там, в зависимости от маршрута. От Петербурга до Мурманска – 2500 миль. Все вместе от Петербурга до Владивостока – это 8200-8300 миль. То есть это достаточно короткий логистический маршрут международный по сравнению с движением через Суэц или по сравнению с морскими перевозками вокруг Африки через мыс Доброй Надежды. Поэтому основные параметры транспортного коридора Большой Северный морской путь, они как раз вот строятся на эффективности и безопасности. Очень важно понимать, что поскольку
Северный морской путь входит в Большой Северный морской путь, и все-таки это достаточно сложный участок, требующий определенных условий навигации, нам необходим современный атомно-ледокольный флот. В настоящий момент функционируют 7 атомных ледоколов. В структуре Росатома есть подразделение. Росатомфлот базируется в Мурманске. 7 атомных действующих ледоколов, из которых 3 ледокола современных, проекта «Арктика», проекта 4.2.0, строится в Петербурге на Балтийском заводе. И 4 ледокола предыдущих поколений. Всего 7. И 5 ледоколов атомных в настоящий момент в нашей стране строятся. Также строятся 4 атомных ледокола проекта 4.2.0 на Балтийском заводе в Петербурге. И на Дальнем Востоке строится уникальнейший ледокол проекта «Лидер», который будет обеспечить навигацию в восточном секторе Арктики, начиная там, с 29 года примерно. Вот этот ледокольный флот позволит нам осуществлять на участке Северного морского пути, на участке 3000 миль, круглогодичную навигацию. Для того, чтобы мы перевозки осуществляли, нам помимо ледоколов нужен также грузовой флот. Навигация и перевозки морские в Арктике и по нашему большому Северному морскому пути осуществляться могут двумя способами. В настоящий момент очень активно используется система челночного судоходства. Вот как раз те инвестиционные проекты, добычные, экспортные, которые реализуются в акватории СМП, они обслуживаются судами круглогодично и обслуживаются по модели челночного судоходства, когда суда с высоким арктическим классом, которые могут двигаться во льдах без ледокола, продукцию вывозят с мест добычи и переработки, довозят ее до портов перевалки, где она на конвенциональные суда перегружается и уже доставляется в любую точку мира конкретному покупателю. Таким образом, флот ледового класса, который дорогой, сложный, трудный постройки, используется на ограниченном участке, где он необходим. А перевозка в обычных условиях производится обычными судами. Либо вторая модель судоходства, когда перевозки осуществляются в летне-осеннюю навигацию. Сейчас у нас это июль, август, сентябрь, октябрь, в зависимости от ледовых условий. Перевозки осуществляются судами без ледового класса, либо ледового класса в сопровождении ледоколов. В наиболее сложных участках Северного морского пути ледоколы помогают этим судам проходить безопасно. На всех остальных точках маршрута это в основном погрузка как раз в Большом порту Санкт-Петербург, либо погрузка в Владивостоке, и вот до акватории СМП суда следует самостоятельно. Ну и теперь, наверное, конкретный пример того, как госкорпорация «Росатом» Большой Северный морской путь как транспортный коридор развивает. По сути дела, терминология Большого Северного морского пути появилась у нас официально в этом году, но уже года три, конкретно три года, 22, 23 и 24 год, осуществляются каботажные рейсы между портами Северо-Запада, это Петербург, это Мурманск, это Архангельск, и портами Дальнего Востока. Это Находка, Камчатка. В прошлом году добавился Магадан, в этом году добавился Корсаков. В 22 году стартовали перевозки с использованием атомного легтеровоза «Севморпуть». И мы показали очень приемлемое транзитное время. Это 22 дня между Петербургом и Владивостоком. Это время сравнимо с доставкой ускоренными контейнерными поездами из Владивостока до Москвы, там 14 суток, да, плюс там 3-4 дня до Петербурга. Это стало интересным предложением для рынка. И буквально со второго рейса судно наше ходило с полной загрузкой. И в этом году, чему я, в общем, доволен, как человек, который курирует проект, у нас очередь из грузовладельцев, которые хотят использовать эти каботажные маршруты. В 2023 году мы добавили к перевозкам привлеченное судно и запустили проект, который наши коллеги из Минвостокразвития, которые занимаются субсидированием этих рейсов, называют «Электричка». Если наш лихтеровоз двигался по маршруту между крайними портами Петербург и Дальний Восток и в обратном направлении заходил на Камчатку за рыбной продукцией на обратном пути в обязательном порядке, то вот привлеченное судно, оно меньше водидвейта, с меньшей осадкой, которая позволяла ему заходить в порты Дальнего Востока, в порты Северного морского пути, шло по маршруту электрички, заходя практически в каждый порт, который вошел в программу субсидируемых рейсов. Это было необычно, потому что мы открыли, по сути дела, новые логистические маршруты. Мы позволили связать Магадан и Архангельск, например, чего в принципе не было, да, до этого. У грузовладельцев появились новые возможности.
В этом году мы запустили 3 разных рейса привлеченными судами. Все рейсами оперирует Атомфлот. И рейсы у нас проходят в 3 различных, ну, если говорить языком маркетинга, секторах клиентов. Первый рейс у нас идет по маршруту вот, так называемой электрички из Архангельска на Дальний Восток. И сейчас судно выходит из Находки в обратном направлении. Магадан, Камчатка, Сахалин, Певек, Мурманск. Это вот обратные рейсы. Второй рейс мы делали по маршруту Северного завоза, когда судно вышло из Архангельска, дошло до Певека, выгрузило грузы Северного завоза, грузоснабжение. В обратном направлении тоже была обеспечена загрузка благодаря нашим очень низким тарифам, которые субсидируются. И третий рейс я бы назвал трансконтинентальным. Это вот рейс между Дальним Востоком и Петербургом. Тоже половина рейса завершилась. Сейчас судно со Скалдан находится на погрузке в Петербурге. Загрузка и в одну, и в другую сторону, ну, выше нормы, стоит очередь. То есть это, наверное, главный показатель того, что такие перевозки нужны. Такие перевозки нужны, и вот, по сути дела, на 3-й год их активного использования, экспериментов и продвижения, они показали свою перспективу. Мы выявили много, конечно, минусов, которые требуют серьезной проработки. В первую очередь это портовая инфраструктура. С учетом того, что суда у нас универсальные, мы берем и контейнерный, и генеральный груз, вот, требуются различные условия по обработке груза. Контейнеры хотят обрабатываться быстро, генгруз требует серьезной проектной работы по креплению, по размещению. Есть конфликты между, ну, я имею в виду производственные, технологические конфликты между грузовладельцами с точки зрения размещения, крепления, перемещения груза. Это все требует определенной проработки. Приходим к выводу, что грузы надо разделять. Контейнерные грузы, как во всей международной морской логистике, должны ездить быстро, четко. Грузы генеральные должны ездить надежно, может быть, чуть медленнее. Для этого надо использовать, моя точка зрения и точка зрения коллег, которые в этом принимают участие, надо использовать различные типы судов. Вторая проблема – это терминальная структура, которая, в принципе, не совсем подходит для обработки судов универсальных. То есть контейнерные терминалы работают только на контейнерный груз. Терминалы, которые работают с генеральным грузом, очень тяжело принимают работу с контейнерами. Нам приходилось перешвартовываться, мы пытались находить компромиссные решения. Ну, по факту накопили достаточный материал для того, чтобы можно было делать дальнейшие шаги по развитию. Тарифная политика очень важна, и мы выбрали правильное решение. Мы, по сути дела, привязали наши тарифы 3 года назад к тарифам РЖД, так чтобы грузовладельцу можно было чуть-чуть дешевле перевезти грузы на наших судах по сравнению с перевозкой между там, Петербургом и Дальним Востоком. В дальнейшем, я думаю, что это тоже требует серьезной проработки для того, чтобы перевозка была сравнима с действующими тарифами, чтобы она, возможно, менялась, индексировалась и была точно так же, как и любая морская перевозка, немножко дешевле с точки зрения привлекательности. И в заключение о перспективах, которые еще могут быть у Большого Северного морского пути. Я бы, наверное, рассказал о направлении меридиональных транспортных коридоров. Это в первую очередь наши реки, потому что перевозки по Енисею, по Оби, по Лене с выходом на акваторию Северного морского пути позволяют дать достаточно хороший, быстрый, короткий путь по доставке промышленной продукции различных типов из центральных регионов России на акваторию Северного морского пути и дальше с перевалкой в портах Дальнего Востока, ну, либо портах Петербурга, да, например, если это необходимо. В этом отношении Росатом тоже работает. Мы прорабатывали 3 пилотных рейса, пока у нас ни один не получился. И это нормально, потому что есть много нюансов определенных, инфраструктура и стоимость перевозки. Ну, я думаю, что следующий год будет у нас решающим, и мы начнем пилотные рейсы, в том числе и по внутренним водным путям. С точки зрения центральной России, это Беломоро-Балтийский канал, который соединяет единую глубоководную систему, это Азовское, Черное, Каспийские моря, и может позволить выводить промышленную, любую продукцию, в том числе также на Большой Северный морской путь. Спасибо, коллеги. Сергей Николаевич, спасибо. У меня дополнительный вопрос. Он, наверное, касается не про Большой Северный морской путь, а про Северный морской путь. Вот мы говорили про план развития СМП,
и про ту цель, которая была обозначена в стратегических документах, мы все-таки говорим про международный транзит. Вот у нас, если в терминологии классического транзита говорить по СМП, то маршрут между Санкт-Петербургом или Мурманском и Владивостоком – это и есть транзит. Мы все-таки говорим о такой глобальной транспортной артерии. Можете вы нам назвать цифры, скажем так, транзита сейчас в понимании в целом транзита по СМП за прошлые периоды для понимания вообще, с чем мы соревнуемся на международной арене, скажем так? В 2023 году транзитные перевозки через Северный морской путь составили более 2 миллионов тонн, точнее 2 миллиона, 140 тысяч, вот, если не ошибаюсь, там, в килограммах, да? При общем объеме перевозок 36 миллионов 250 тысяч. А этот показатель транзита был рекордным за всю историю, собственно говоря, транзитных перевозок и за всю историю развития Северного морского пути. И грузы как раз были, в него входили грузы, как раз, которые отправлялись в том числе из портов Мурманска, из портов Петербург, Приморск, Усть-Луга. Спасибо. И ну, меня, мои коллеги из СМИ, скажем так, не поддержат, если я не задам вопрос все-таки по прогнозу на этот год. Бьем мы рекорды? На это я отвечу, что мне кажется, нужно любые итоги подводить, когда выполнил свою работу. Давайте подождем конца года. Хорошо. Ушли от ответа. Тем не менее, важно, я просто отмечу там с позиции, что действительно последние годы мы каждый год бьем рекорды. И в этом плане это скорее показатель того, что Северный морской путь, он действительно развивается. Лучше, чем цифры, объемы и вот экономические показатели, к которым мы стремимся, ничего нам не докажет, скажем так, этот термин. Но спасибо. Я следующий вопрос хотел бы Юлии Викторовне задать. Вы специалист по международным транспортным маршрутам в теме вообще международного взаимодействия. И я не просто так Сергею Николаевичу вопрос про транзит международный задавал. Это, вы меня извините, я воспользовался возможностью подвести к вашему вопросу. Это все-таки, если мы говорим про большой Северный морской путь, как международную такую транспортную артерию, которая будет играть определенную роль на международной арене. С учетом сравнения с теми объемами, которые идут по там, транзиту через Суэцкий канал, конечно, то, что у нас сейчас по СМП, это мизер. Но тем не менее, вот ваше мнение, перспектива развития именно международной составляющей этого маршрута и в акценте не только там, экономики для нашей страны, но и возможно, рисков, связанных, например, одна из проблем – это экология, на которую всегда нас указывают международные партнеры. Вот как вы видите вообще перспективность именно развития международной составляющей Большого Северного морского пути? Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность принять участие в этой очень интересной и, на мой взгляд, полезной дискуссии. Потому что мы видим успехи России в Арктике, действительно, при поддержке всех министерств, ведомств, правительства, Росатом фактически справляется. То, что не все верили, еще даже 5 лет назад не все верили, что это возможно. Но сейчас, даже несмотря на достаточно сложную конъюнктуру мировую, мы видим, что эта артерия развивается, развивается судостроение, строятся ледоколы. Но что касается международных трендов, которые мне хотелось бы отметить. У нас складывается мнение, тем более Россия не очень опытна в морских перевозках. Как это ни странно, со времен Петра мы все понимаем, что где-то порядка 85% мировой торговли совершенно очевидно идет по морским коммуникациям. И здесь Северный морской путь в новых исторических условиях может и играет свою роль. Но сегодня одним из ключевых трендов является то, что каждый грузовладелец без участия экспедитора должен суметь спланировать маршрут. Вот это у нас пока для Северного морского пути в большом или в его классическом варианте невозможно. И это пока сейчас, на мой взгляд, это главный сдерживающий фактор, потому что там, где будет экспедитор,
не будет фактически ни транзита, ни морского коридора. Что сейчас это запрос времени, а он сложился еще даже до ковида. Просто ковид несколько размыл эту ситуацию, и мы наблюдаем то, что нет тарифа, времени перевозки и условий, где вы в какой порт погрузите и разгрузите, нет расписания, нет коридора. То есть мы можем сейчас и подтверждаем это, перевозим генеральные грузы, северный завоз, но для морских международных коммуникаций стыковки с другими коридорами не получится, если мы не найдем решений по тому, как это интегрировать в общую систему. И я хотела бы заострить ваше внимание на том, что сегодня экономика и экология, они идут рука об руку в морском транспорте для того, чтобы, опять же, мы загрузили международные коммуникации внутрь Северного морского пути. Конечно, надо будет построить заправки альтернативные для альтернативного топлива для судов. В этом есть достаточно сложная проблема, потому что еще мир не определился, какой вид топлива судового будет использоваться как альтернативный. И это, ну, сдерживает то, что мы могли бы сделать бункировочную инфраструктуру, позволяющую нам привлечь на эти маршруты современные суда для работы, в том числе и круизные. Здесь я говорю не только про грузы, но и про пассажиров. И мы имеем в виду, поскольку мы говорим сегодня о большом, о Северном морском пути, то это весь флот, который следует из Азии в Соединенные Штаты, и это весь флот, который движется вокруг Северной Европы. Это большой поток, и если мы, как держава, обладающая энергоресурсами, построим соответствующие бункировочные хабы современного топлива, то мы сможем, ну, на это, только на топливе хорошо зарабатывать, ну, потому что альтернативка тем и славится, что требуется дозаправка. Что я еще хотела бы сказать, что сейчас формируется новая система коридоров, в том числе в Африке. Хочу обратить ваше внимание, что где-то 10% внешнеторговых грузов движется через Красное море. Сейчас из-за хуситов очень сильно там обострилась обстановка, и вот эти самые 10% они будут распределяться в других потоках. И есть возможность нам переключить эти грузы, использовать их для развития наших территорий и получения дополнительной прибыли нашим транспортным компаниям. Вот на это нужно обратить особое внимание. Ну и куда мы, что, как продляемся? К сожалению, пока мы, как Российская Федерация, не сумели сформировать нашу внешнюю стратегию по морским перевозкам. Где у нас будет точно система портов опорных в других странах. Мы пока обосновываем это и предлагаем эти идеи обосновать бизнесу. Вот это не совсем верное, на мой взгляд, решение. Стратегия такая есть у всех морских держав, а у такой серьезной и большой морской державы, как Россия, она точно должна быть. Сейчас точка притяжения мира – это Африка, несомненно, один из самых динамично развивающихся регионов. По темпам роста экономика Африки опережает темпы роста практически все регионы мира. Это молодое население, нам это непривычно, но, например, в Южном Судане средний возраст населения 18 лет. А это разве, почему я и говорю, что вот нам это не совсем понятно, но это уже другой подход совершенно. Это социальные сети, это криптокошельки, увязанные с картами, и весь транспорт привязанный к этому. То есть фактически от конкретного фермера в Африке до конкретного потребителя движется эта система. Я не хочу долго отнимать ваше время, я примерно обозначила направление, куда мы должны двигаться. И, конечно же, здесь сотрудничество бизнеса и государства по тому, где мы должны построить наши порты за рубежом, чтобы успешно продлить морские возможности Большого Северного морского пути,
от Калининграда фактически и до Владивостока и дальше. Вот здесь мы это должны обсудить у себя в стране и выбрать путь развития. Благодарю. Спасибо. Вы затронули такую более, я бы сказал даже, точнее не то, что более, но иную глобальную тему, да, связанную с международными логистическими базовыми портами. Действительно важно. Это вот вы про Петра сказали, извините, я сразу так перекинусь на другую тему. Читал как раз, слушал лекцию про то, что он как раз думал о том, что в Мадагаскаре создать колонию и сделать там порт, который позволял бы нам везти грузы из Санкт-Петербурга, точнее, наоборот, из Индии в Санкт-Петербург. Тогда Суэцкого канала не было, как раз с возможностью остановиться в Мадагаскаре. И была бы сейчас колония в Мадагаскаре. Не сложилось. Вот. Теперь, возможно, в привязке к Северному морскому пути, как ключевой составляющей, находящейся внутри юрисдикции Российской Федерации транспортного маршрута, действительно, эту модель надо выстраивать. Также вы затронули две темы, которые должны быть интересны потенциальному потребителю, скажем так, этого сервиса, называемого логистический маршрут. Это вопросы, связанные с безопасностью и экологией. Вот я хотел бы как раз сейчас перейти к этим темам. У нас, когда мы выбираем любой вид транспорта, один из ключевых для нас – это вопрос обеспечения безопасности движения груза, жизни человека. И в этом контексте, конечно, вопросы безопасности в акватории Северного морского пути и Большого Северного морского пути, как мы здесь уже говорим, это одни из ключевых вопросов. У нас, наверное, три ключевых ведомства – МЧС России, Морспасслужба и ФМБА. Вот, Тимофей Геннадьевич, вопрос вам. Что в этой части у нас уже сделано? Обеспечиваем ли мы безопасность и какие ближайшие перспективы по выстраиванию модели безопасного Северного морского пути? Спасибо. Презентацию можно поставить? Да, коллеги, можно и презентацию. Как ей управлять? Туда? Наверное, говорите, раз у нас нету кликера. Ну, сейчас коллеги включат. Да. Да, спасибо. Четвертый слайд, будьте добры сразу. Да, спасибо за возможность поговорить немного о безопасности. Вот несколько цифр, цифры штука упрямая. Да, за 10 лет 74 чрезвычайных ситуации в арктической зоне Российской Федерации произошло. Надо сказать, что до принятия основ государственной политики и стратегии статистика арктическая была достаточно сложной, было очень сложно искать цифры. То есть вот до этого момента мы как-то выбирали, делали выборку и своим ученым задачи ставили. Сегодня это стало делать проще, потому что это делают все, ну и мы в том числе. И если посмотрите на верхние строчки, то, ну, в общем-то, абсолютно все логично. В регионе с недостаточно развитой транспортной инфраструктурой на первом месте – это авиационные катастрофы. То есть поскольку авиация – это основной вид транспорта из пункта А в пункт Б, то есть мы из Салехарда в Сабет улетаем через Москву, из Анадыря в Певек мы летаем тоже через Москву, то есть, а логистика внутри регионов, она, ну, недостаточно развита, но в основном это, конечно, вертолет. В основном вертолет. Дальше, пожалуйста. До 2024 года покрытие арктической зоны Российской Федерации аварийно-спасательной инфраструктурой МЧС России выглядело примерно вот так. Поскольку основная логистика, основные грузы у нас перемещались в западном секторе, мы и создавали там свои аварийно-спасательные подразделения. Они у нас успешно функционируют в Архангельске, в Мурманске, в Нарьян-Маре, в Оркуте, Дудинке. Авиация МЧС России до 2023 года в Арктике не было вообще. Мы реагировали с аэродромов с Красноярска, с Санкт-Петербурга, с Раменского, с Москвы. Вот таким вот образом. К сожалению, да, мы не поспевали за развитием, за реализацией инфраструктурных экономических проектов в данном регионе. Дальше. Но понимая, что вектор развития нас ведет к круглогодичной навигации по Северному морскому пути, мы меняем приоритеты, понимаем, что нам нужно двигаться в восточный сектор Арктики. И первый
скажем так, самый новый, самый крутой арктический спасательный комплексный центр. Мы 15 марта текущего года открыли в Певеке на Чукотке. Это действительно со всех сторон инновационный центр, позволяет не просто размещать людей, а чтобы они там комфортно несли службу дежурства. И мы завели туда системы мониторинга, прогнозирования. Мы построили для наших вертолетов хорошие теплые ангары. Естественно, получив там спасателей, мы сразу перегнали с Хабаровска вертушку, пока Ми-8, до получения Ми-38ПС. Вот такой проект в текущем году мы реализовали. Дальше. Наращивая авиационную составляющую в Арктике, мы в 2023 и в 2024 годах поставили на дежурство авиационно-спасательные звенья в Мурманске и в Архангельске на базе вертолетов Ми-8 АМТШ-ВА. То есть это арктические машины, которая, ну, она бегает на 400 где-то километров, но в принципе в Западной Арктике, где более-менее у нас все обжитое, достаточно этих машин, но и климат там несколько другой, чем на Чукотке. Поэтому вот такие решения мы приняли. А вот в восточной части Арктики, это правая часть слайда, мы создаем 5 авиационно-спасательных звеньев на базе Ми-38ПС. Это глубокая, мы будем говорить, что это глубокая модернизация Ми-8-го. Уже плечо реагирования до 750 километров, то есть, в принципе, гарантированно 1500 туда-назад работает машина. Для больших протяженных пространств Якутии, Чукотки и Таймыра это то, что нужно. Ну, мы так полагаем. Дальше. Помимо спасателей, выполняют задачи на сухопутных территориях 110 пожарных подразделений, 19 подразделений горно-спасателей, которые в шахтах решают задачи, 2 подразделения противофонтанных служб тоже не сидят без дела, и 41 территориальное подразделение государственной инспекции по маломерным судам. Это все функционирует в арктической зоне. Дальше. Вот. В нашем, скажем так, основном документе «План развития СМП», да, утвержденный 1 августа 2002 года, есть раздел «Безопасность судоходства». Я вот в качестве примера, что на сегодняшний день безопасность – это не только МЧС России, ФМБА и Морспасслужба. Максим, это вот более 15 ФАИВов, которые каждый в этот вот фундамент безопасности вкладывает кирпичик. То есть это масса мероприятий, которые, начиная на последней строчке кадрового обеспечения, но его нужно, наверное, первым поставить, да, это и спутниковая группировка, это и гидрография, это и аварийно-спасательная инфраструктура. То есть, если вот на Восточно-экономический форум не так давно, да, 2 недели назад, мы там 2 больших мероприятия прошло, это совет участников судоходства, заседания, да, и тематическая секция, где Алексей Евгеньевич Лихачев принимал участие, Игорь Евгеньевич Левитин тоже. И вот было очень точно, мне кажется, сказано, что если брать СМП 50-х, 60-х годов прошлого века, то это ассоциация героизм, да, героизм полярных авиаторов, в героизм геологов, гидрографов, то сегодня мы говорим уже не больше о героизме, а о некой сервисной модели. Да? И вот этот сервис обеспечивает вот все, кто представлен вот на 9 слайде. Да? Дальше. Понимая, что в Арктике строить дорого и долго, мы на площадке правительства обсудили возможность создания подразделений, ну, скажем так, на одном фундаменте. Поскольку в Арктику заходят Морспасслужба, ФМБА, МЧС, мы первый такой объект, ПИВЕК, про который я говорил, мы его построили и предоставили площади для ФМБА и Морспасслужбы. И уже сегодня мы заключили договоры, порядка 250 квадратных метров под ФМБА, и они уже 1 августа первые контейнеры отправили с оборудованием, и к октябрю отправляют туда людей, и они заезжают. Да? Морспасслужба несколько позже, но также для них порядка 150 квадратных метров мы предоставим. Тот же концепт мы планируем реализовать в ТИКСе и в ДИКСе. Дальше.
Следующая локация после ПИВЕКа на очереди, мы и заходим в Сабету. Здесь хороший пример государственно-частного партнерства. Бизнес в лице компании «Новатек» взял на себя обязательства. Они в третьем квартале 2025 года сдают нам два хороших объекта, почти 1000 квадратов общежития и около 1500 квадратов административный блок с помещением для хранения техники. Очень хороший пример, мне кажется. То есть тот, кто ведет хозяйственную деятельность, он помогает развивать аварийно-спасательную инфраструктуру. За нами в данной локации остается аэродромная инфраструктура и, собственно, вертолеты, которые уже законтрактованы, и мы поставку ждем. Дальше. Следующая точка – это Диксон. Здесь мы ведем переговоры с Роснефтью, и, в принципе, Игорь Иванович Сечин уже высказал готовность включить наши объекты в проектирование нового аэродрома в бухте Ефремова. Наверное, понимают присутствующие, о чем речь. Дальше будем искать на площадке правительства деньги под строительство. Дальше. Ну и Тикси, к сожалению, на сегодняшний день этот объект вызывает наибольшие затруднения по созданию его. Но надо отметить, что региональные власти Якутии сделали все для того, чтобы этот объект был создан. Подобраны очень хорошие земельные участки, зарезервированы мощности котельных, электрические, подведены практически линейные объекты. МЧС со своей стороны сегодня на площадке правительства ищем деньги для создания здесь объекта. То есть мы не отказываемся от этих планов. Здесь также будет создано авиационно-спасательное звено на базе Ми-38ПС. Дальше. Также мы не упускаем возможность использовать такой инструмент, как мастер-планы. Хороший пример на дальних регионах Дальнего Востока, который тиражируется сегодня на Арктику. Мы подготовили свои предложения, и министр за своей подписью арктическим губернаторам отправил наше видение, как мероприятия по развитию аварийно-спасательной инфраструктуры должны войти в мастер-планы для арктических регионов. Дальше. Дальше. Пропустим спутник. Дальше, пожалуйста. Дальше. Самым полезным, на наш взгляд, инструментом с точки зрения отработки вопросов безопасности является учение. Мы их проводим уже традиционно с 2021 года. В 2025 году, в конце января, уже будут третьи арктические учения. Приглашаем всех, и газовиков, и нефтяников, и те, кто занимается логистикой на Северном морском пути, и те, кто выполняет задачи на сухопутных территориях, потому что, хоть мы говорим по Северному морскому пути, мы всегда должны понимать, как чувствует себя Земля. Да? Вот. Дальше. География учений от Мурманска до ПИВЕКа, 18 водных, которые будут отражать все наиболее характерные риски арктического региона. Поэтому я думаю, что каждый себя найдет. После дискуссии можем встретиться на ногах, переговорить. Буду готов дать какие-то комментарии. Дальше. Дальше. Экспедиционные мероприятия, которые в этом году пройдут у нас локально по Чукотке. То же самое, мы, как правило, следующий слайд, проводим апробацию всего нового, оборудования, имущества, экипировки, снаряжения, технику. И по результатам наших апробаций покупают, опять же, те, кто газовики, нефтяники. Мы видим технику, которая прошла испытания у нас на вахтовых жилых комплексах. То есть мы не удивляемся тем, мы здесь друг другу помогаем. Это очень хороший инструмент. Мы пишем программы, методики испытаний. Поэтому если есть в зале производители, пожалуйста, готов к диалогу, можно эти вопросы обсуждать. Ну и завершая свой доклад, я бы хотел, наверное, вот очень хороший тезис был озвучен Алексеем Евгеньевичем Лихачевым, да, что на сегодняшний день Северный морской путь – это вот, ну, не платная дорога, а это такое комфортное пространство с набором достаточно качественных уже услуг, сервисов, в том числе по вопросам безопасности. Если мы каждый свой путь пройдем, то нас успех, ну, неизменно ждет. Спасибо. Спасибо, Тимофей. И действительно, вы правильно отметили, я вначале, когда сказал про три структуры, действительно намного больше, и особенно сами грузоотправители обеспечивают безопасность зачастую передвижения грузов, и здесь я с вами полностью согласен. Экологическая безопасность. Здесь хотелось бы задать вопрос Николаю Вячеславовичу, продолжение темы как раз безопасности, но уже с акцентом на экологию. Экология важна, особенно когда мы говорим в терминологии устойчивого развития этого транспортного маршрута. Центр морских исследований МГУ
занимается мониторингом обеспечения экологической безопасности, в том числе в партнерстве с Росатомом и другими организациями. И вот хотелось бы вам задать вопрос, может быть, он так звучит общо, тем не менее, насколько безопасно с экологической точки зрения у нас сейчас происходит освоение Северно-Морского пути? Да, Максим Андреевич, спасибо большое за вопрос. Запустите, пожалуйста, презентацию. Да, Николай Вячеславович, и поближе, наверное. Чтобы да, хорошо, буду говорить поближе. Следующий, пожалуйста, слайд. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, да. Давайте поговорим сначала о предпосылках экологического судоходства на СМП. То есть, экологично ли судоходство на СМП, и почему оно вообще должно таким быть, и должно ли? Ну, во-первых, да, тут спасибо большое Юлии Викторовне, которая чуть-чуть как раз перебросила мячик к моему выступлению. О, кликер отдали, спасибо большое, это так легче. Основание того, чтобы судоходство на Северном морском пути было экологичным, несколько. Ну, первое, то, что приличные люди никогда не мусорят там, где живут, и там, где предпринимают какие-то там свои действия, это раз. Во-вторых, надо понимать, что наше национальное законодательство, российское законодательство с точки зрения охраны окружающей среды, достаточно жесткое, то есть часто вот было дискуссии, насколько оно совпадает там с условно-европейским, где-то совпадает, где-то нет, но в целом наше законодательство некоторыми местами жестче европейского. Ну и плюс вопрос того, что в настоящий момент действительно экологизация транспорта, в том числе морского транспорта, это вообще общемировой крупный тренд, который затрагивает в том числе и морской транспорт, и деятельность международной морской организации, чьи решения обязательны для выполнения всеми членами, а все члены – это все страны мира, ведущие деятельность в море. В настоящий момент, так или иначе, человечество сильно развивается, у нас очень сильный рост антропогенного, то есть человеческого воздействия на морские экосистемы. И так или иначе, в общем, мы наблюдаем глобальные изменения климата, и поэтому общий тренд – это поиск низкоуглеродных логистических решений, то есть те, которые снижают углеродный след. Ужесточающее международное экологическое законодательство и регулирование с точки зрения судоходства – и его цифровизация, усиление контроля. И поэтому СМП как маршрут потенциально очень интересный для международного транзита, особенно в концепции БСМП, имеет тут ряд преимуществ. Первое, за счет того, он более короткий, и за счет этого, на самом деле, если мы говорим про выбросы углерода, то снижение углеродного следа при транспортировке одного килограмма или одной тонны груза на СМП по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал, ну, где-то ниже на 30%. То есть, если мы говорим про выбросы, то мы их, соответственно, снижаем. В настоящий момент за счет как раз внедрения нового ледокольного флота, регуляции на Северном морском пути с точки зрения Росатома, аварийно-спасательных служб, расширяется возможность транспортировки грузом как с точки зрения расширения навигационного окна, так и возможности все больше и большего количества судов проходить Северный морской путь. Рост грузопотока идет и идет с каждым годом. Ну, этот год, как мы уже знаем, как сказал Сергей Николаевич, мы посмотрим, что будет. Ну, а прошлый 36,1 миллиона тонн, в 6 раз больше рекорда Советского Союза. И за счет как раз развития маршрута инфраструктуры, за счет реализации инвестпроекта в Арктике, вопрос экологизации вот этого возрастающего грузопотока очень важен. Зачастую иногда сейчас звучат такие вопросы, а зачем нам это надо, мы с Европой сейчас по минимуму торгуем. Хотелось бы порекомендовать изучить концепцию экологической цивилизации, которую наш один из основных покупателей Китай принял в 2018 году на уровне Конституции Китайской Народной Республики. У них Конституции прописана экологизация всех видов деятельности. Ну, опять же, за 2023-2024 год в сфере транспорта и логистики Китайская Народная Республика приняла 10 стандартов, из них 3 были посвящены вопросам, как раз экологическим вопросом на морском транспорте, в том числе, ну, на транспорте в целом, в том числе и на морской, там во всех трех упомянут. Это нужно понимать, что это общий мировой тренд, и, в принципе, Юго-Восточная Азия тоже движется в нем. Нам нужно двигаться в этом же направлении, если мы хотим обеспечить транзит и развитие Северно-морского пути. Так, не работает чудо-установка, поэтому можно следующий слайд. Вот. Что в настоящий момент сделано для обеспечения экологической безопасности СМП? Да, госкорпорация занялась этим вопросом в 2021 году, и в настоящий момент собраны все имеющиеся фондовые данные, разработана программа мониторинга, где описаны объекты, параметры, методы, сроки, периодичность мониторинга, полигоны, то есть где прописано, что мы мониторим, с какой периодичностью, как и где.
собраны отчеты, проведены экспедиции, разработаны спутниковые методы мониторинга, проведена аналитика всего массива проведенных работ и доработаны наборами объектов и методов для контроля. В настоящий момент уточняются параметры по контролю инвазий биологических, то есть тех видов вселенцев чужеродных, которые потенциально могут проникнуть в акваторию Северно-морского пути с балластными водами. Соответственно, с углеродным следом тоже регуляция и контроль выбросов углекислого газа и вообще загрязняющих веществ с морского транспорта тоже разрабатываются методики контроля. Контроль загрязнения и воздействие на биоразнообразие. Также в процессе системы оценки рисков судоходства, эта работа планируется с Восток-Газпланом, план действий при возникновении ЧС с точки зрения сохранения биоразнообразия, оценка объемов исторически накопленного ущерба в Арктике и разработка цифровых сервисов экологического контроля. В перспективах видится экологически устойчивое судоходство как система экологического менеджмента, созданием рекомендаций, организацией мониторинга выполнения требований по устойчивому экологическому судоходству, ликвидации исторически накопленного ущерба в Арктике и эксплуатации масштабирования цифровых сервисов. Заработал. Вот. Что же было сделано за последние 4 года? За последние 4 года были проведены серия экспедиций для оценки состояния акватории Северно-морского пути под эгидой госкорпорации «Росатом». Развиты системы спутников мониторинга на акватории СМП для мониторинга экологической нагрузки Северно-морского пути и контроля за потенциальными нарушителями. Формирование базовой функциональности этого всего в рамках цифровых сервисов, единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути. Она, в общем-то, платформа прошла приемно-сдачные испытания, и мы надеемся из опытной эксплуатации уже в эксплуатацию постоянную, промышленную, выйдет до конца этого года. Сформирована международная группа экспертов для того, чтобы иметь возможность в режиме диалога обсуждать полученные результаты и их корректировать с точки зрения международного экологического права и национального права тех государств, с которыми мы ведем активный диалог. Там активное участие принимает Индия, Китай, Малайзия, Египет, Турция, ну и еще ряд стран. Вот. И, в общем-то, в диалоге мы обсуждаем те или иные практики, обсуждаем, каким образом их можно улучшить, каким образом можно масштабировать, что было бы интересно и важно для наших потенциальных партнеров для обеспечения транзита. Все это так или иначе сейчас выливается в создание государственной подсистемы экологического мониторинга акватории СМП, которая уже от Росатома переходит в Министерство природных ресурсов. То есть предложена единая программа комплексного мониторинга на основе индикативных компонентов окружающей среды. Определено примерно 80 полигонов, то есть площадок наблюдения в СМП, включая портовые зоны, меридиональные разрезы, стационарные полигоны с наблюдением за морскими млекопитающими и птицами, и подготовлены четкие протоколы экологического мониторинга, где описано, что мы наблюдаем, каким методом, как, с какой периодичностью и каким образом обрабатываем результаты. Все это в настоящий момент проходит утверждение в Государственной Думе для того, чтобы, в общем-то, со следующего года, мы как надеемся, подсистема экологического мониторинга акватории СМП станет частью государственной системы экологического мониторинга. В настоящий момент также в диалоге с Северным, с Главсевморпутем, тут я бы хотел бы отдельно поблагодарить руководство Главсевморпути, потому что по экологическим вопросам, ну, они очень быстро реагируют и очень быстро выходят на диалог и обсуждение буквально в течение, ну, считанных дней. Это действительно, ну, это очень хороший показатель, и тут я только могу огромную благодарность им высказать. В настоящий момент идет обсуждение как раз с точки зрения минимизации влияния судоходства на морских млекопитающих, идет обсуждение, где, как можно ввести какие-то рекомендации по скоростному режиму, по зонам минимизации воздействия, то есть тем зонам, где максимально высока вероятность встретить морских млекопитающих, и предоставление методических указаний, каких-то либо рекомендаций к экипажам судов, как действовать. Мы надеемся, что до конца следующего года мы эту работу завершим в диалоге с Всеморпутем, и тут как раз очень важен баланс между коммерческими показателями и охраной окружающей среды. Ну, я уверен, что мы найдем, потому что, на самом деле, диалог очень адекватный и здравый. Это очень хорошая практика. Отдельное направление, которое развивается, это цифровые сервисы. В настоящий момент, что наблюдается при помощи спутникового мониторинга и сопутствующей им цифровой аналитики?
анализ судовой нагрузки на акваторию СМП на разные сегменты, на разные акватории, то есть какое количество судопроходов, какой тоннаж грузов перевезен, как это воздействует на окружающую среду, выявление потенциальных нефтяных загрязнений, мелких разливов и определение их источников, расчет эмиссии углекислого газа для того, чтобы оценить как раз количество выбросов на тонну перевезенного груза, идентификация нарушений особо охраняемых природных территорий, то есть природоохранных нарушений, визуализация данных экологического мониторинга в виде дашбордов. То есть все это ведет к созданию функций, которые обеспечивают экологическую безопасность как раз судоходства. Как раз все это концентрируется в настоящий момент в единой платформе цифровых сервисов Северно-морского пути. Там есть поддельная подсистема экологии, вот так вот скриншот как раз от нее, из нее, которая как раз нацелена на информационное обеспечение экологического мониторинга СМП и выполнение задач по сбору, агрегации данных, их аналитической обработке и выдаче отчетов для оценки состояния морских экосистем и предоставления этих данных в открытый доступ. Следующий шаг, который мы планируем, как раз это вот в рамках развития этих сервисов во второй очереди единой платформы цифровых сервисов, сделать их уже более локальными, более точными и масштабировать на всю акваторию Северно-морского пути, потому что сейчас идет опытная эксплуатация их. Какие можно сделать выводы? Что в настоящий момент разработанная по инициативе госкорпорации «Росатом» комплексная программа мониторинга окружающей среды и биоразнообразия на СМП ложится в основу подсистемы госмониторинга в акватории СМП. То есть дело становится не только задачей госкорпорации, но и общегосударственной для обеспечения как раз экологического мониторинга в акватории Северно-морского пути. То есть мы обеспечиваем экологическую безопасность, но мы тут, я широко говорю, мы все как государство, да, потому что мы в настоящий момент обеспечиваем ее постепенно не только на уровне госкорпорации, но и на уровне Министерства природных ресурсов. Ведется разработка и внедрение в эксплуатацию цифровых сервисов, которые обеспечивают сбор информации, аналитическую обработку, их информирование о состоянии окружающей среды в режиме, приближенном к реальному времени. И накопленный объем данных, он достаточно большой, уже позволяет переходить от наблюдений, потому что мониторинг и контроль – это наблюдение. То есть мониторинг – это вы просто оцениваете, что происходит, контролируете, не нарушает ли кто-то, да, к активным мероприятиям в области экологически устойчивого судоходства, то есть к экологическому менеджменту. То есть уже отвечая на вопрос и для себя, и для потенциальных грузоперевозчиков, а что мы делаем для того, чтобы наше воздействие снизить? Ну, то есть помимо того, что мы понимаем, что происходит, это и комплекс оценки экологических рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций, это и программа биоразнообразия и защиты животного и растительного мира, это и совершенствование нормативной базы для экологической регуляции, и разработка мероприятий в области устойчивого развития и сохранения биоразнообразия, и создание руководящих принципов и рекомендаций для экологически устойчивого зеленого судоходства в Арктике на основе анализа как международных подходов, так и лучших практик. Это то, что предстоит сделать в ближайшие год-два для того, чтобы как раз четко ответить на вопрос, как мы контролируем экологическую безопасность, что мы под ней подразумеваем и что мы делаем, чтобы предотвратить те или иные ситуации, а в случае их возникновения, каким образом мы можем минимизировать свое воздействие. Ну, работа достаточно большая, она ведется, но тем не менее, действительно, за 4 года был проделан очень большой объем работ, и поэтому, в общем, мы уверены, что в ближайшие 2 года мы эту работу, надеюсь, закончим. Спасибо. Спасибо, Николай Вячеславович. На самом деле очень ценно, действительно, вы нас так погрузили очень технично в эту тему, но главный вывод, который можно сделать, это, конечно, то, что у нас фактически Северный морской путь развивается как устойчиво, да, в терминологии ООН. Это значит, что если кто-то, отправитель иностранный в том числе, захочет воспользоваться этим маршрутом, он будет уверен, что ему будет обеспечена и безопасность со стороны там, в целом и жизни и человека, и товара, и в части, конечно, экологической безопасности хрупкой территории. Это одна из составляющих арктической зоны и Российской Федерации, и мировой Арктики в целом. Мы говорим про большой Северный морской путь, понимая, что это очень глобальная, многокомплексная задача, тем не менее и внутри вот мы пытаемся захватить все аспекты развития этого маршрута. Ну и, конечно, мы, наверное, пока не поговорили о основном сущностном отличии морских маршрутов Северного морского пути от других маршрутов.
Это отличие, это, конечно, наличие льда, что регулирует совсем иначе движение по этому маршруту. Здесь у нас в стране главный специалист в этой сфере, это, конечно, ААНИ, да, Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. И вы знаете все про это сущностное отличие. Но главное, если мы говорим, и первоначальная риторика велась о том, что у нас происходят климатические изменения, которые ведут к сокращению количества льда в акватории Северного морского пути, то, тем не менее, каждый год, если мы читаем новости, мы сталкиваемся с тем, что усложнилась ледовая обстановка или появились какие-то дополнительные факторы. Вот в этой связи хотелось бы Анастасию Николаевну спросить, как вы считаете в целом, какая перспектива арктической навигации, как она будет меняться в ближайшей, среднесрочной перспективе, долгосрочной перспективе, с учетом вот как раз потепления климата, и нужны ли нам вообще будут ледоколы в будущем? Да, спасибо большое, коллеги. Благодарю вас за приглашение в участие в Конгрессе. Ну, безусловно, навигация по трассовой части Северного морского пути будет расти. У нас есть план к 2035 году. Мы должны перевести 220 миллионов тонн. Это колоссальная цифра. Может, кто-то скажет невероятная, но на самом деле она достаточно реальная. Что нам нужно для этого сделать? В 2023 году мы перевезли 36 миллионов тонн, и из них в западном направлении было 32 миллиона тонн. В западном направлении, напомню, круглогодичная навигация эффективна и работает успешно уже больше 10 лет, и только 4 миллиона тонн перевезены в восточном направлении. С чем это связано? С очень маленьким окном навигации, связанным с ледовым покровом в Арктике. Стоит учесть, что для эффективного использования восточного сектора в перевозке караван должен достигать довольно серьезную скорость, 11 узлов. И это позволит посчитать экономическую выгоду при использовании восточного сектора, нежели других путей перевозки. От чего зависит ледовый покров Арктики? Естественно, от климатических изменений. Глобальное потепление, оно наблюдается и по сей день. Если немножко исторический экскурс так вести, то с конца XIX века до 1996 года у нас практически в 100 раз сократился ледовый покров в Арктике. До 234 тысячи километров квадратных была площадь в 1996 году. Далее, несмотря на повышение среднесуточной температуры воздуха, примерно средняя площадь ледяного покрова в Арктике остается на этом же уровне, с незначительными отклонениями, например, в 2020 году до 24 тысяч километров квадратных. Если говорить о 2023 году, то сейчас ледовый покров составляет 310 тысяч километров квадратных. Это чуть выше нового среднего значения ледяного покрова. И несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха на начало сентября она выше нормы на 1 градус. То есть, как бы по сути, мы немножко рушим глобальные климатические изменения, да, моделируемые вот в глобальном плане. Но в связи с этим могу сказать точно, лед в Арктике в ближайшие десятилетия останется, и создание ледокольного флота и судов с высоким ледовым классом, оно необходимо и будет востребовано еще в ближайшие десятилетия. Но нашими учеными в ходе различных экспедиций, в том числе и на дрейфующей станции Северный полюс, фиксируется уменьшение толщины ледяного покрова. Это тоже следствие глобального потепления. То есть нельзя сказать, что глобальное потепление приведет к облегчению навигации. Нужно учесть, что есть такие лимитирующие моменты на трассе Северного морского пути. Это как бутылочные горлышки, допустим. Это пролив Ильгитского и пролив Лонга, где, несмотря на легкий ледовый тип ледовых условий, все равно может появиться скопление льда, мешающее прохождению в восточный сектор каравана. Также, например, при легком типе ледовых условий все равно стоит учитывать такие процессы, как облипание судна, которое может привести к остановке ледового каравана при движении на восток. Поэтому с нашей точки зрения
климат не меняется, лед будет находиться, и его очень важно прогнозировать. Прогнозировать в долгосрочном плане, когда будут открыты окна навигации, в краткосрочном плане. И каждая компания, работающая и проводящие морские операции в Арктике, в том числе в Восточном секторе, они обязаны использовать специальное гидрометеорологическое обеспечение, очень подробное, качественное, на основе которого составляется оптимальный маршрут плавания. К сожалению, по опыту мы понимаем, что автоматическое создание маршрутов плавания еще недостаточно вышло на тот уровень, чтобы использовать его только одного. Очень важно использовать знания ученых, изучение климата и так далее. Еще очень важно отметить, что с повышением судоходства в Арктике ледяной покров изменил свои свойства. То есть раньше, когда создавались учеными долгосрочные прогнозы моделирования льда, деформации, мы имели, например, в Карском море абсолютно ровный ледовый покров с определенными зонами торошения, которые было достаточно легко прогнозировать. На данный момент антропогенный фактор, влияющий на формирование ледового покрова, колоссальный. Это одна из главных задач наших ученых – выявить степень влияния судоходства на создание ледового покрова, выявить, как дальше этот ледяной покров, изрешеченный там, корпусами суднов, будет действовать под сжатиями, под дрейфом и так далее. В связи с этим у нас происходит модернизация наших баз данных, баз модельных. Вот. И еще очень важно иметь совместную работу со всеми организациями, которые вовлечены в организацию круглогодичной навигации в Восточном секторе. Таким образом, у нас была создана научно-оперативная группа, работающая во время сверхранних и сверхпоздних рейсов. Мы были постоянно на связи с коллегами из Атомфлота, главсемурпути, операторами судов «Новатека», и постоянно обновляли и предлагали им варианты пути решения, куда идти караваном и так далее. Вот, спасибо большое. Да, спасибо. Коллеги, на самом деле, вот мы, я еще раз повторюсь, затронули сегодня очень многие темы. Наверное, мне кажется, вышли в том числе на определенные предложения, но я не могу не коснуться, вот сейчас хотел бы попросить вас каждого выступить с небольшой репликой, подытоживанием того, что вы сказали, и не обязательно того, что сказали, может быть, какие-то мысли у вас появились сейчас в рамках нашей дискуссии, но обыграть вот как раз название нашей конференции. Она у нас звучит как «Развитие большого северно-морского пути, маршрут построим». Знаете, перекликается, как у нас в Яндексе говорится, «маршрут построен». Вот, и мне бы хотелось задать вам вопрос. Как вы считаете, вот мы на самом деле понимаем, вначале я этого коснулся вступительной речи, что стратегический документ – это живой документ в любом случае. Вот практика последних 2-3 лет показывает уже то, что мы сталкиваемся с определенными сложностями, и на них надо реагировать и корректировать зачастую наши движения. Вот маршрут построен верно? Что нам надо сделать, чтобы эффективность этого маршрута была еще более высокой? Пожалуйста, каждому прошу подытожить выступление небольшой репликой в этой части. Да, мы начинали с того, что обсуждали потенциальную эффективность тех инвестиций, которые сейчас осуществляются для развития Северного морского пути. И здесь, прослушав всех коллег, стоит дополнить, что несмотря на то, что у нас мы ожидаем достаточно высокие эффекты как для государственного бюджета, так и, соответственно, для компаний, которые реализуют проекты в акватории Северного морского пути. Очень важно, чтобы мы реализовывали все проекты и, собственно, развитие Северного морского пути происходило в комплексе, с учетом всех требований безопасности, с учетом требований развития, устойчивого развития, с учетом того, что это большая территория, которая на данный момент она была практически
практически нетронутая. Соответственно, ожидая такие существенные экономические эффекты, хотелось бы, чтобы мы понимали, что инвестиции, они должны быть в комплексе для защиты тех экологических каких-то, для устранения каких-то экологических рисков, для защиты, собственно, тех территорий от воздействия антропогенного. Ну и, собственно, это, наверное, будет такое комплексное развитие Северного морского пути. Это залог успеха, да, в реализации таких масштабных инфраструктурных проектов, как Северный морской путь, и тем более Большой Северный морской путь. Спасибо. Людмила Зауманда. Я хочу подытожить, нам без инфраструктуры вообще не обойтись. И нам нужно ее строить по всему пути, по всему по движению по, вот, пароходов. И не надо перекладывать на бизнес все проблемы, которые существуют сегодня у нас вот в этом вопросе. Нужно частно-государственное партнерство. Вот тогда у нас все с вами получится. Когда у нас будет и закон, и маршруты будут, и будут агенты, и люди, которые будут понимать, для чего они перевозят Северным морским путем. И тарифы будут у нас другие, и субсидии будут, и субвенции будут, и так далее, и тому подобное. Вот когда мы все это будем делать, все вместе будем делать, тогда у нас все и получится. Спасибо. Сергей. Я бы продолжил свое выступление, да, я обратил внимание на маркетинговую составляющую, ведь если что-то не продвигать, об этом никто и не узнает. И когда была попытка и начиналось строительство Суэцкого канала, никто не верил, что он будет построен, а теперь оказалось, что вся мировая экономика, по сути дела, замкнута на него. Поэтому мне кажется, вот то, что мы делаем сейчас, и даже вот в части этой дискуссии, это очень важно. Нам нужна простая, эффективная реклама, мы должны постоянно об этом говорить и продвигать эту идею. Спасибо. Юлия Викторовна. Да, я очень коротко, спасибо. Как мне кажется, что я поддержу и скажу, что, конечно же, СМП должен стать коридором БРИКС, коридором СНГ и всех других объединений наших партнерских стран, и тогда это заработает еще интенсивнее. Спасибо. Николай Вячеславович. Тимофей Геннадьевич еще передо мной. Да, Тимофей Геннадьевич, я вас забыл, извините. Я не прав. Да, ну на Руси с бедой всегда боролись всем миром. И когда она приходила кому-то в дом, то и соседи, и вся улица, все сходили, все помогали друг другу. То же самое, полагаю, должно быть в Арктике. Если у нас не хватает авиации, то нас всегда выручает и Нарьян-Марский авиаотряд, и полярные авиалинии поднимались. Если не хватало судов, то мы успешно взаимодействовали с Атомфлотом, используя их как площадки подскока и с Морспослужбой. Поэтому вот здесь, наверное, за такую хорошую спасательную гармонию. Я вот так. Спасибо. Николай Вячеславович, теперь я точно не ошибся. Хорошо, спасибо. Ну, во-первых, необходимо продолжение работ по обеспечению экологической безопасности Северного морского пути и масштабирование этих практик потенциально на БСМП, то есть на смежные акватории Тихого океана, там Атлантики нашей, вот Баренцево море. Эту работу необходимо продолжать, и важный, ну, она и так продолжается. Важный аспект – это конкретизация и локализация нормативной регуляции, потому что в настоящий момент есть набор, ну, таких правовых колодцев, которые эту деятельность не то чтобы тормозят, но до конца нормативно не регулируют. Поэтому необходимо как раз приведение наших нормативных актов как федерального уровня, так и локального в соответствии с задачами, которые есть в области обеспечения экологической безопасности для детей, для того, чтобы это, ну, более прозрачно и понятно регулировалось и развивалось. И не было только инициативой госкорпорации, поскольку действительно большое спасибо, но это все-таки потихоньку должно переходить на общегосударственный уровень. И тут Сергей Николаевич очень правильно сказал про диалог, что необходимо не только говорить, но и рекламировать. Один пример. Есть такая инициатива «Arctic Pledge». Ее поддержало 47% мировых грузоотправителей, там, включая Майерск, Средиземноморскую шиппинговую компанию и прочее, прочее. Основной тезис Arctic Pledge, еще в 2019 году было принято. Арктическое судоходство небезопасно, оно несет огромные риски, поэтому мы от него воздержимся. Никаких исследований детальных не проводилось, просто, ну, понимаете, просто есть декларация, а вот мы так считаем. У нас есть
достаточно большое количество материала, которое позволяет оспорить это утверждение. Но главное не молчать, а его действительно оспаривать и продвигать свою повестку, потому что нам есть что сказать. И поэтому важно не только обеспечить экологическую безопасность, но еще и широко это рекламировать, поскольку, слава богу, показать есть что. Спасибо. Спасибо. Анастасия Николаевна. Мне кажется, с точки зрения научной, надо не пренебрегать качественной специализированной гидрометинформацией. То есть только благодаря качественной картинке, да, подробной, то, что происходит в Арктике, чтобы это было все очень понятно, только за счет этого получится сэкономить и сроки, и деньги, и будет безопасно и эффективно использовать Северноморской путь. А для такого большого проекта, и, если честно, он некий имиджевый, да, проект России, все-таки очень важно иметь совместную работу со многими организациями, опять же, повторюсь, работающими на это направление. Диалог, разговор, участие в деловых встречах, конференциях и совместная работа. Спасибо. Я тоже сейчас небольшой вывод сделаю, но вначале хотел попросить, организаторы подготовили замечательный видеоролик, который мы чуть пошли оригинально, не показали в начале, покажем в завершении нашей дискуссии. Я прошу включить его. Большой Северный морской путь – значимая национальная транспортная артерия, способствующая расширению торговли и экономической интеграции России. Программа развития нового транспортного коридора включена в национальный проект «Эффективная транспортная система». Большой Северный морской путь охватывает порядка 8 тысяч морских миль, что почти в 3 раза больше протяженности традиционного Северного морского пути. Расширенный маршрут позволяет, в частности, задействовать мощности таких крупных портов, как Калининград, Санкт-Петербург и Архангельск, которые фактически находятся за пределами акватории СМП. В то же время реализация масштабной инициативы ставит целый ряд задач перед участниками российской морской отрасли на федеральном и региональном уровнях. Темы для обсуждения. Стратегическое значение Большого Северного морского пути и его влияние на изменение транспортной логистики в арктических регионах. Обновление береговой инфраструктуры по новому маршруту, включая строительство глубоководных портов и транспортно-логистических узлов. Особенности обеспечения безопасной круглогодичной навигации по Большому Северному морскому пути. Международное сотрудничество и возможности совместного использования Большого Северного морского пути. Эти и другие вопросы обсудят участники 2-го Всероссийского морского конгресса. Да, получилось, что мы афишировали с вами не сегодняшнюю нашу дискуссию, а сегодняшнюю, но дискуссию в рамках 2-й части, которая будет проходить после обеда, и, скажем так, немного ее афишировали. Тем не менее, коллеги, я хочу вас поблагодарить. На самом деле, вы верно абсолютно отметили, я здесь полностью согласен с тем, что для развития Большого Северного морского пути, конечно же, надо вести диалог. Здесь важно разъяснять, что делается для широкой аудитории. Это то, что мы делаем на этом форуме, за что хочется отдельно поблагодарить организаторов морского конгресса, компанию Neva International и, конечно же, партнеров этой дискуссии, это госкорпорацию «Росатом». И, конечно же, всех вас за то, что в своей части вы в том числе влияете на реализацию такого важного проекта. Я хоть и задал вопрос, верно ли построен маршрут, но, наверное, ни у кого не возникнет сомнения, что он не только верно, а он крайне необходим для развития нашей страны и вообще ее существования. Что бы ни происходило, Северный морской путь – это часть нашего, скажем так, национального кода. И никуда мы от этого маршрута не денемся. Он сшивает нашу страну, делает ее единой. И в этом плане, конечно же, его развитие будет продолжаться. Спасибо еще раз вам за дискуссию. И спасибо, конечно же, непосредственно участникам, зрительному залу за то, что вы тоже нас поддерживали. До встречи на 2-й части обсуждения этой темы. See her face, smile in time.